Здравствуйте, Арко. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Вера. Я хочу оставить отзыв о своей чисточке. Я очень довольна своей чисткой. Хочу вас поблагодарить от всей души, поблагодарить своего наставника, что он дал много советов о проработке своих черт характера. А также я поняла, как ставить защиту Меркава. Хочу еще раз поблагодарить Влада и Веру за эту прекрасную чистку. Ощущение супер, сразу пошла легкость. И боли в спине, которые у меня были, они полностью исчезли. Я сплю теперь хорошо, спокойно. Нет никаких проблем по здоровью. Мой гормональный женский фон тоже улучшился, так как у меня были проблемы по женскому здоровью. Состояние улучшилось. Я очень довольна. И я желаю всем людям, чтобы они осознали, что если что-то их мучает, если какие-то непонятные процессы, какие-то мысли в голове, так как у меня тоже были мысли какие-то странные, мне неподвластные, чтобы эти люди понимали, что что-то с ними не так происходит. И обращались в центр Арко, Владу и Вере, чтобы их почистили. Могу только всем пожелать всех благ, счастья, любви, мира и добра. Это главное, ведь добро и любовь спасет этот мир. Поэтому благодарю вас всех в центре Арко. Я также хочу пройти обучение, помогать людям избавлять их от сущностей. И хочу поблагодарить своего наставника, который ответил на мои вопросы. Я очень рада. И вот хочу оставить этот отзыв. Берегите себя и обращайтесь, если чувствуете, что с вами происходит что-то не так. Я благодарю вас всех, также своих высших наставников. Благодарю.